потому что меня зовут Марина, я закончила подготовительный курс по 2D-арт в школе SkillUp, и мне понравилось, понравилось очень, начало даже получаться что-то, чего я не совсем ожидала, то есть за короткий срок, за месяц у тебя что-то начинает уже получаться. Соответственно, я пошла на основной курс, буду учиться дальше, надеюсь стать крутым художником, очень хочу. Про подготовительный курс, что могу сказать, было здорово. У нас преподавала Валентина Алякина, преподаватель. Как учитель, очень доходчиво, очень толково объясняла. Мне было легко, потому что раньше я уже работала с фотошопом, это не в первый раз, как бы я вижу компьютер и фотошоп. Но вот рядом со мной сидела девочка, которая реально первый раз в жизни видит фотошоп, первый раз. И в принципе, даже она успевала, ей было, конечно же, сложнее, вот. Но она точно так же понимала, вникала, у нее получалось. Я к тому, что это большой плюс учителю, который нас учил, потому что это нелегко. Я знаю, что это такое. Меня и друзья часто просят, расскажи мне, как я сам сделаю. Ты начинаешь рассказывать, люди, лучше сделай ты. Да? И если есть учитель, который может вот такому нулю рассказать так, что он начинает этот ноль что-то делать и рисовать, это значит крутой учитель. Вот. Интересное задание. Здорово, что тебе не нужно самому там напрягать мозг. Нарисуй что-нибудь, и все, ты в ступоре. То есть тебе дают задание, ты рисуешь, вы рисуете вместе. Занятия в группе – это всегда здорово, потому что вы вместе в коллективе, вы видите успехи друг друга, коммуникация на хорошем уровне. То есть находясь дома, у тебя, например, что-то не получается, ты забыл, ты в любое время суток можешь написать своему учителю там, в Facebook, в SMS, в ВКонтакте, куда удобно. И тебе ответят, тебе помогут с тобой, там, ну, что-то, какая у тебя проблема с тобой позанимается, тебе помогут, тебе решат. Вот. Ну, собственно, пожалуй, наверное, все.